робототехника, фотография, аудиоэкскурсии и городская безопасность. Сегодня на Expo Project ТГУ в Тольяттинском государственном университете есть все. Выставка проектов – это финишная прямая. Самое время подвести итоги работы за последний семестр. Expo Project ТГУ – это площадка, на которой студенты презентуют результаты своей работы в рамках проектной деятельности. С 2017 года каждый первокурсник Тольяттинского государственного университета погружается в работу над проектами. В проектной деятельности уже приняли участие более 2000 студентов первого и второго курсов всех специальностей. Expo Project ТГУ 2019 – это 114 проектов и сразу несколько площадок. Было все. Тест-драйв электрокара, химические опыты, импровизированные языковые уроки и многое-многое другое. Все представленные проекты оценивали и участники выставки, и эксперты, которые представляют партнеров ТГУ. АвтоВАЗ, Netcracker Technology, Прогресс ТЛТ, ГИБДД УМВД России по городу Тольятти, Объединение детских библиотек Тольятти. Мы показываем, что ты, поступив в ТГУ, уже работаешь в городе. Ты не ждешь 4 года, пока получишь диплом, а ты можешь здесь и сейчас, взяв проблему, решить ее. И мы даем эту возможность, несмотря на то, что там нет теоретических навыков или еще чего-то. Еще одна фишка этого года. Центр проектной деятельности ТГУ начал подготовку кураторов. Ими стали самые активные студенты разных направлений и даже первокурсники. Куратором быть супер, тут можно воплотить просто все свои идеи какие-то технические, да и любые. Свои идеи можно здесь воплотить в жизнь. Выставка проектов – это классная возможность для студентов не только поработать в междисциплинарной команде, сделать свой проект от начала и до конца, но и сделать первые шаги в карьере. К нам пришло около 12 человек. 6 из них проявили себя просто замечательно. Некоторые из них мы уже предложили участвовать в следующем нашем проекте совместно с ТГУ. Некоторых мы рассматриваем уже как кандидатов на трудоустройство в компанию Netcracker. Проект «Дорога безопасности» был отмечен специальным призом Сбербанка. Этот проект помогает детям в игровой форме изучать правила дорожного движения. Надо отметить, что на Expo Project ТГУ немало было представлено проектов образовательных и социальных. Он направлен на школьников 9-11 классов. Эти ученики будут готовиться к ОГЭ или к ЕГЭ именно по этому чемоданчику, так как им будет нагляднее делать опыты. У нас образовательный проект «Учу сам, учу других». Он рассчитан на дошкольников. Мы снимаем видео образовательные, основанные на программе детского сада, где мы рассказываем детям английский язык, прививаем их любовь, мотивацию. Ну, если рассказать в двух словах, то мы просто зарабатываем электрокар. То есть, представь обычный картинг на бензиновом двигателе, только замени бензиновый двигатель на электрический и добавь туда аккумуляторы. Вот таким будет наш проект. Мы нашли какие-то факты, которые люди не знают на каких-то местах. То есть от остановки до остановки у нас какая-то экскурсия по определенному местности, где приезжает троллейбус. У нас представлен проект «Сувенирные открытки из Тольятти». Мы делали их совместно с дизайнерами нашего ТГУ. И я думаю, что у нас получились очень крутые открытки. 3 серии, ретро, 32-й квартал и просто силуэты нашего города. Награждение команд лучших проектов – это традиционная часть Expo Project ТГУ. В номинации «Проект в деталях» определили авторов лучших видеороликов. Здесь победу разделили проекты «Моя территория» и «IT Jobs». В номинации «Студенческое голосование» лучшими были названы сразу 6 проектов. Среди инженерно-конструкторских проектов особо выделилась разработка проекта электрокарта. В номинации «ТГУ про ТЛТ» выиграл проект развития радиоспорта в Тольятти. Лучшим образовательным проектом признали «Учу сам, учу других». «Кибербезопасность» или «Сеть без опасности» победил в номинации «Исследовательские проекты». В группе «Социально значимые проекты» победа у «Моей территории». Лучшими в номинации IT-проекты стали адаптивные веб-сайты и приложения. Expo Project ТГУ 2019 – это прекрасный финиш, но отнюдь не повод расслабляться. Старт нового сезона проектной деятельности уже назначен на начало нового учебного года.